Благодаря социальным сетям и таким сайтам, как YouTube, еще никогда не было так легко стать знаменитым, по крайней мере, в какой-то степени. И в последние годы мы определенно наблюдаем рост числа знаменитых домашних животных в Instagram. Благодаря выходкам животных и забавным подписям мы просто не можем их не любить, ведь у многих из них более 1 000 000 подписчиков. Но слава домашних животных началась не с мопса Дага или кота Поркчупа. На самом деле за всю историю человечества мы прославили множество знаменитых кошек. Смотрите дальше, чтобы узнать, какие кошки являются самыми известными в истории и почему. Табби – кошка Авраама Линкольна. Насколько нам известно, Авраам Линкольн был первым президентом, который привел кошек в Белый дом. Первой была кошка его сына Тада – Табби. Очевидно, Линкольну нравилось кормить Табби золотой вилкой на обедах в Белом доме. Кошки Эрнеста Хемингуэя. По всей видимости, они являются потомками Снежка, пушистого белого кота, который был подарен Хемингуэем. И что удивительно, все до единого выжили после урагана Ирма. Отважная Скарлетт. Скарлетт была бездомной кошкой, жившей в Бруклине, Нью-Йорк, и прославилась после того, как в 1996 году, рискуя жизнью, спасла своих котят от пожара. Она и ее котята жили в заброшенном гараже, когда он загорелся. Скарлетт вынесла всех до единого из здания, сильно обжегшись при этом. Все котята Скарлетт, кроме одного, выжили, и хотя после пожара у нее были проблемы со здоровьем, она нашла новых хозяев и прожила долгую жизнь. Шупет Лагерфельд. Шупет Лагерфельд живет в полном соответствии с мечтой. Его хозяин, Карл Лагерфельд, не только знаменит и богат, но и обожает своего питомца. У Шупета более 100 тысяч подписчиков в Instagram, аккаунт в Twitter и команда домработниц, которые заботятся обо всех ее нуждах. Малышка Ники. Поговорим о научном эксперименте. Малыш Ники – первый коммерческий клон кошки, созданный из ДНК 19-летнего мейн-куна, умершего в 2003 году. Его хозяйка заплатила 50 тысяч долларов за то, чтобы его клонировали из ее любимого питомца. Нет нужды говорить, что группы защиты животных были недовольны, настаивая на том, что эти деньги лучше было бы потратить на спасение других животных. Непотопляемый Сэм. Непотопляемый Сэм вошел в историю тем, что пережил 3 крупных кораблекрушения. Первым был немецкий линкор «Бисмарк», потопленный британцами в 1941 году. Члены британского королевского флота нашли его плавающим на доске. Они взяли его к себе и назвали Оскаром. В конце концов, после еще 2 кораблекрушений и еще одной смены имени, Сэм отправился в Великобританию, чтобы дожить свои последние дни на суше. Мару – мастер коробок. Самый знаменитый кот интернета, японский кот Мару, прославился в 2007 году благодаря YouTube. Люди не могли насмотреться на очаровательные видеоролики Мару, в которых он демонстрировал свою привычку нырять в коробке. В марте 2017 года Мару был признан самым просматриваемым животным на YouTube – Тед Нутгент, известный также как Мистер Бигглсворт. Если вы смотрели серию фильмов «Остин Пауэрс», вы видели бесшерстного кота Доктора Зло, Мистера Бигглсворта. Этого персонажа сыграл кот по имени Тед Нутгент, который в 1999 году заслужил звание «Кот года» по версии журнала Cats.